Приветствую. Привет. Как поживаешь? Что новенького? Мы должны осмотреть Арпению. Вперед! Я пойду за тобой. Говорят, что великие дома Моровинда в упадке. Индарил лежит в руинах, а Ридоран осажден нордами Скайрима. Это неудивительно, учитывая бурное прошлое Моровинда. Но... Посмотрим вокруг. Мы должны выяснить, что с ним произошло. Это дело кажется мне подозрительным. Позже.
Посмотрим вокруг. Позже. Посмотрим вокруг. Позже.
Ничего. Я знал это. Азани, черное сердце, здесь нет. Ни живого, ни мертвого. Вот ублюдки. Не было никакой битвы. Азани, должно быть, заключил с компанией «Черный лес» сделку. Я думаю, они заплатили ему. Они доставили оружие Арготу, забрали деньги и сказали Азани, где находится этот маг. Азани только оставалось прийти и забрать это оружие назад. Мы найдем Азани, черное сердце, и заберем оружие. Мы завершим этот контракт и расскажем всему Сиродилу, что здесь произошло. Азани любит айлейские руины. На северо-восток отсюда есть Ататар. Готов побиться об заклад, что он перенес свою базу туда. Я покажу дорогу. Мы покажем им. Все окончится здесь.
Он где-то здесь. Я знаю это. Покажи мне что-то. Попробуй мой меч. Я на твоей стороне. Чтобы это ни было, оно исчезло.
все, что ты можешь? Азани, Черное Сердце мертв, и наши братья отмщены. Мертв? Наконец-то. Хорошая работа. Где его кольцо? Оно нужно мне как доказательство того, что это не компания Черный Лес уничтожила его. Оно у тебя. Хорошо. Теперь я смогу доказать, что это мы убили его, а не компания Черный Лес. Хорошая работа. Теперь исчезни отсюда! Я собираюсь вернуться в Коралл. Дам знать, когда ты понадобишься. У меня сейчас ничего... Или возможно. Твои достижения впечатляют. Вследствие этого я присваиваю тебе звание охранителя гильдии бойцов. Пока. Надеюсь, я смогу помочь. У меня сейчас ничего для тебя нет. Поговори с Азаном или Грокашем. Или... Трудись! Как дела? Привет, Каджи.
Здравствуй.